Здрасте. Да не скудеет рука дающего, говорю я каждый раз, заливая ртуть своей рубрики в ваши уши неведения. Чувствуете боль просветления в области мозга? Говорить о скалолазании — это то же самое, что фотографировать на мобильник, слушать про прыжки с парашютом или спать на Новый год. Но я все-таки попробую. И пока вы тут сидите и смотрите на меня, 13-летний Джордан Ромеро вместе со своим папашей празднует восхождение на гору Сагарматха. Или Джомолунгма. Или... ну, в общем, Эверест. Хотя важнее даже не то, какой рекорд установил очередной школьник. Важно то, что каждый, кто пытался покорить Эверест, оставил там 3 килограмма мусора. Очень китайцы с непальцами жалуются. Поэтому эта вершина имеет, ко всему прочему, статус самой высокогорной свалки. Но не будем о грустном, ведь сегодня праздник. Я открою вам новые горизонты скалолазания. Обычные горы — это слишком банально и просто для Алена Робера, который предпочитает кубизм и поэтому залезает только на небоскребы. Он с детства хотел научиться карабкаться на горы и стал лучшим в своем городе. Но это не помешало ему в 20 лет упасть с высоты 5-го этажа и заработать перелом запястья, черепа, локтей, пяток, носа, и я даже не буду дальше продолжать. Кроме того, француз впал в кому на 5 дней и потом постоянно испытывал головокружение. Тем не менее, после годовой реабилитации Ален понял, что веревочки и тросики могут подвести, и стал действовать без страховки. Сейчас этому человеку-пауку покорились небоскребы почти в каждой стране мира, и каждый раз его задерживала полиция за нарушение правопорядка. Законы физики оказалось проще обмануть, чем государственные. Кстати, об обмане физики. Существует такое... явление, которое можно только по названию отнести к сегодняшней теме. Итак, жидкий альпинизм. Экшн. Понимаю тех, кто сейчас побежал к календарю смотреть, сколько осталось до половодья. Но чтобы ваши слюнки не испачкали одежду, я раскрываю самый главный секрет этого ролика. Хотя мне больше нравится думать, что они просто безгрешные.